назад. Мы так давно не играли в Репаблике, сольные концерты. У меня стресс был. Я ходил и молчал. Прошло неожиданно для себя хорошо. То есть очень приятный концерт. Да, мы сыграли 4, наверное, 5 песен с будущего альбома. И их было сложнее всего играть. Одну мы, наверное, в третий раз. Да, вот. А что вы в разных тональностях сыграли? Let's Dance. Нет, Magic of Sound. Sound. Дайте кого-нибудь. Мы не занимались концертом, в принципе. У нас нет было в Беларуси. И... Да, мы были сегодня привозной группой. Первый раз, да. Сразу мы построили город такой, как символ того, что мы выступаем дома. Фоточки красивые были. Их было меньше, чем обычно, но людей было достаточно, чтобы сыграть отличный концерт. Даже если бы один человек пришел, концерт все равно был отличный. Я думаю, даже если бы... Никто не пришел. Никто не пришел. Мы бы отлично провели время, все равно. Сняли бы хороший клип. Минск. Для меня сейчас это моя родина, я приезжаю сюда и вижу своих родителей, друзей. Я вчера встретился с одноклассником, со своим, которого не видел 5 лет. Я очень был рад этому. Супер, дома играть как-то. Спасибо, Минск, за поддержку.